Здравствуйте всем, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим шоколадный муссовый торт без выпечки и желатина. Сначала приготовим основу. Печенье измельчаем в блендере и заливаем растопленным сливочным маслом. Форму для торта обтягиваем пищевой пленкой. Внутри выкладываем ацетатную пленку. Всыпаем в форму песочную смесь. Равномерно распределяем, утрамбовывая стаканом. Отправляем в холодильник на 30 минут. Тем временем подготовим шоколадный мусс. Желтки смешиваем с сахаром. Добавляем 135 грамм сливок. Ставим на слабый огонь и варим до легкого загустения, постоянно мешая. Снимаем с огня и добавляем растопленный шоколад. Смесь немного остужаем. В отдельной посуде взбиваем оставшиеся 135 грамм сливок с сахарной пудрой до мягких пиков. Соединяем шоколадную смесь со взбитыми сливками. Все, мусс готов. Выкладываем его в форму и разравниваем. Отправляем в холодильник на 6 часов для застывания. Теперь приготовим глазурь. Сливки доводим до кипения, но не кипятим. Снимаем с огня и добавляем шоколад. Тщательно перемешиваем. Выливаем глазурь на наш торт. Отправляем в морозилку на 30 минут. Снимаем форму и пленку. Украшаем по своему усмотрению, например, ягодой, как в моем случае. Муссовый торт получается очень нежным, шелковистой структурой и необычайно насыщенным шоколадным вкусом. Если вам нравятся муссовые торты без выпечки, попробуйте также приготовить клубничный торт. Ссылка под этим видео. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».